Добрый день. Коллеги, нас слышно? А где их видно? Посмотрите, как получилось. Не можно? Добрый день, коллеги, пожалуйста, скажите, нас слышно? Да, слышно. Добрый день. Отлично. Так, у нас 16:00. Ну, ввиду того, что у нас не все, кто зарегистрировался, еще подключились, давайте 3 минутки подождем и начнем нашу встречу. Ну, 3 минутки и начнем. А что? Почему-то были заявки. Заявок-то много. Не важно, да? Нет, нет сигнала. Нет, ну, экран есть, ЦОП, заставка ЦОП. А, сейчас вот появилась. Черный сейчас гонит сигнал.
моменты. Так, ну. Да, экран ЦОП, заставка появилась. Мы нас видим и этот, презентацию видим. Да, теперь большой экран. Ага. А там видно, сколько подключилось, потому что нам уже начать бы, да? 7 человек, да, получаем? 6 человек, да. Угу. Ну, мы начинаем. Добрый день, коллеги, еще раз. Что ж, время, мы начинаем. Скажите, пожалуйста, нас слышно? Мы вот только начали, потому что 3 минутки дали еще время тем, кто подключается. Сейчас нас слышно? Да, слышно. Все, отлично. Добрый день. Что ж, мы готовы начать нашу встречу. Наша встреча проходит в рамках республиканского образовательного нетворкинг-проекта «Профориентация. Перезагрузка». Этот проект реализуется при поддержке гранта главы Республики Саха-Якутия. Нетворкинг «Профориентация. Перезагрузка» реализуется Центром опережающей профессиональной подготовки Якутии в целях объединения лучших практик профориентологов Республики, создания синергии для разработки новых решений по комплексной систематизации профориентационной работы в Республике, ну, собственно, нашей Республике Саха-Якутия. Вот, и, ну, формат нетворкинг онлайн-встреч, он, конечно, подразумевает общение, вот, и чтобы охватить территориально, чтобы была возможность присутствия, такие замечательные вещи, как технологии сегодняшнего дня, это онлайн, да, вот мы в таком формате сегодня будем с вами вести диалоги, взаимодействовать, делиться опытом и говорить на такую актуальную тему, как педагогам и профориентологам помочь ребенку сделать осознанный выбор. И специально сегодня, чтобы об этой теме поговорить и обсудить, мы пригласили Ларису Дедимовну Слепцову, психолога-консультанта, руководителя Международной школы развития эмоционального интеллекта «Эй-дети» в городе Якутске. Да, с нами Лариса Дедимовна, нам очень приятно, и действительно эта тема, она, ну, актуальна, она актуальна была во все времена, вообще становление, осознанный выбор, как много тех ребят, кто пошел по наитию, так сказать, сделал выбор, ну, например, по велению родителей и пришел не в ту профессию, которая по душе, по сердцу. Ну, это обычно заканчивается, не то, что заканчивается, это обычно получается неудовлетворенный впоследствии взрослый человек, неудовлетворенный своей работой, который вот, ой, опять понедельник, мы знаем, есть такие, кто, ну, постоянно, ой, опять понедельник, ой, не хочу, вот, и сейчас вообще тема профориентации, да, вот как именно сделать, вот тема осознанного выбора профессии, она с каждым годом набирает обороты, и все больше специалистов, все больше тех, кто в сфере образования, да, и все больше поэтому и родителей, потому что наши педагоги, наши психологи, они, конечно, ведут работу не только с ребенком, но и с родителями, да, потому что это неразрывный такой, такая связка для достижения вот этой вот цели хорошей, да, осознанный выбор профессии. Это действительно актуально, и мы хотели бы первоначально вот попросить вас, наши дорогие гости, включить камеры, чтобы мы видели, вы нас видели, мы вас видели, чтобы наша встреча, она была максимально, ну, вот глаза в глаза, насколько это позволяет онлайн-связь. Да, да, добрый день, очень приятно. Да, это может быть, конечно, кто-то в домашних условиях. Да, мы здесь собрались, у нас неформальное, да, так сказать, наше неформальное такое сообщество профориентологов. Кто-то был из вас на форуме, да, в Нижнем Бестяхе. Ездил кто-то, который летом проходил форум?
Нет, меня не было. Ты была. Ага, ну, кто-то был, кого-то не было, да? Вот. Ну, это наша встреча, она без привязки, но ту же тему, да, вот профориентация. И сейчас на самом деле, ну, не так много, ну, вот именно профориентация — это такая еще непаханная целина, можно сказать. Конечно, такие бороздки идут, мы бороздим, мы осваиваем, мы, можно сказать, такие колумбы, да, которые первооткрыватели, ну, вот в этом плане, потому что... Это еще та тема, по которой нету таких огромных масштабных трудов и которая там испокон веков не велась, да? Если, например, ну вообще в целом тема воспитания это есть, конечно, она актуализируется всегда, а вот именно профориентация это очень много нового. Там, тем более в нашем таком быстро меняющемся мире. Вот. Ну, я передаю слово Ларисе Дедимовне. Спасибо, Полина. Добрый день всем. Я благодарю за то, что пригласили. Спасибо, что пришли. Такой очень интересный нетворкинг. Да, поскольку я практикующий психолог, уже 31 год, оказывается, да, в системе образования. И на самом-то деле каждого из нас, наверное, практически каждого, да, все, кто слушает, наверное, этот вопрос касается не только как профессии, да, или должности, да, а и как человека, наверное, да, я в своей, например, вот в своей профессии тоже нашла, то есть в первой профессии у меня педагог, потом я пришла к, ну, переквалификацию прошла и стала психологом. И в этой профессии я нашла себя, и мне очень нравится в своей профессии. И вот именно эта тема, наверное, судьба каждого человека, да, судьба и каждый родитель, наверное, желает, чтобы его ребенок выбрал свою судьбу да. Как-то по себе, по своей душе. Профессиональный путь — это да. Самое важное, наверное, да, да. Такая вот вещь. Да, с профессиональной самореализацией, да, чтобы он реализовал тот потенциал, который заложен его природой, да, и чтобы он чувствовал себя компетентным, чтобы он там нашел свое место, да, в профессии, в обществе нашел, да, и наилучшим образом себя проявил. Но здесь бывает, как практикующему психологу я сталкиваюсь в консультациях, с запросами и так далее, да, что люди страдают, да, у них появляются проблемы именно в работе и так далее, да, связанные с самоощущением, самоосознанием, самооценкой и много разных вопросов, про которые мы сегодня, может быть, поговорим, чтобы как можно сделать так, чтобы в школе уже ребенок как-то вот справился с этими вопросами, да. И вот я вот сейчас рассказывала, да, историю вспомнила, когда я работала в центре, пришел ребенок по рекомендации со школы, и 9 класса мальчик, и он говорит, вот я должен сама определиться, выбрать профиль класса за 2 недели, а это моя будущая жизнь. Как я могу за 2 недели выбрать это, сделать это? Вполне разумный вопрос ребенок задавал. Но он был поставлен в такие условия, что он ощущал себя плохим. Единственный ребенок, который не выбрал профиль. Вот. И получается, как ярлык, да, и вот с этим работали мы, да. Вот. И хотелось бы, чтобы вот именно не было травматичным, поскольку профориентация, вообще вот выбор, он тоже связан с внутренним, да, ощущением, да, человека. И вот да. Сейчас это очень хорошо, что когда говорят о профориентации, ранняя профессиональная ориентация, сейчас и школы, и детские сады, начиная с детских садов, да, проводится профориентационная работа. Когда уже ребенок в 6 классе, здесь уже усилено, да, вот мы как Центр опережающей профессиональной подготовки, мы являемся еще региональным оператором федерального проекта «Билет в будущее», да, это проект ранней профессиональной ориентации как раз для детей с 6 класса. Ну, вообще ведется работа, и сейчас все большие обороты. Да, почему? Но все равно бывают дети, действительно, которые и в 9 классе. А почему вот такая ситуация сложилась, что в 9 классе? А потому что это без 5 минут же выпускник,
Да, и если определяться, поэтому хотят уже учителя, вот, чтобы, чтобы все дети были уже определены, да, готовы. Вот. Здесь вот какая вот причина может быть, почему ребенок в 9 классе до сих пор не определился? Ну вот смотрите, если мы будем по одной линейке всех измерять... Да, это индивидуально, это будет, да, каждый случай индивидуален. В этом случае вот так случилось, что ребенок не так был готов. Да. То есть сейчас, ну, радует то, что мы развиваемся, у нас появился центр опережающей профессиональной подготовки, да, и в психологии профессии тоже развивается психология профессии, да, раньше это только профориентация была, да, психологи этим занимались, да, а сейчас это и профориентологи, да, да, и профессиограммы, там и много разных профессий, которые мы даже и не знаем, да, может и быть, все, да, больше, и все больше инструментов, методик, да, да, именно по работе по этому вопросу. Да, и радует то, что родители тоже готовы, да, на самом-то деле я работаю с родителями, значит, они очень занимаются, да, с детьми, саморазвиваются, читают, как-то вот психологией интересуются, да, да, поэтому... Ага. И вот перед вами я подготовила вот презентацию небольшую, немножко теории. Немножечко, да, в теорию, да, все равно. Давайте вспомним. Нам это нужно, угу, такие моменты. Ага, и вот посмотрите, да, профессия, психология профессии, профессиоведение, да, состоит из четырех направлений. Это профессиология, да, значит, профориентология, профориентация и профконсультирование. Сегодня мы больше будем говорить про профессиональном консультировании, да, по работе с детьми и с родителями. Но вот профессиология, она занимается классификацией профессий. Ну, вы все читаете, поэтому я зачитывать не буду, да, характеристика профессии, профессиональной деятельности и так далее. То есть мы уже детей знакомим, да, с новыми профессиями. Угу. Много интересного здесь и для взрослых тоже, не только для детей. Профориентологии мы помогаем, содействуем профессиональному становлению человека. Угу. Вот. В его, в индивидуализации его маршрута, да, профессионального развития. Можем, помогаем в кризисах каких-то, да, в становлении, что не все всегда гладко происходит, да, много разных факторов, об этом мы поговорим тоже. Вот по мере того, что я говорю, у вас могут появляться какие-то мысли или вопросы, вы активно тоже подключаетесь и спрашиваете, и делитесь своим мнением, может быть, чтобы не было это параллельно, да? Но профориентация вот как бы издавна, с тех пор, как мы появилась практическая психология, или до еще этого, да, профориентационная работа появилась, помогает самоопределению человека, да, формированию профессиональных намерений, выборе профессии, согласованию психологических возможностей, хочу, могу и так далее, да, вот. И профконсультирование – это психологическая помощь, это часть консультирования психологического, да, ну, оказываем в каких-то трудных ситуациях. Дальше. Можно я сразу, Лариса Дмитриевна, вот, ну, такой случай, и это каждый случай индивидуален, конечно, ну, вот как вы привели пример из личной практики, если, ну, а такие случаи есть, они случаются, это не единично, когда ребенок и даже в 11 классе, да, вот ЕГЭ, он, например, даже если он пошел в 10-11 класс, ЕГЭ он сдает, например, по принципу, а где я больше, ну, разбираюсь, там, например, ой, мне легко дается там литература, английский, я пойду это сдам. Ну, чисто из того, что мне вот это вот легче всего сдать, вот по принципу меньшего, наименьшего сопротивления, так сказать, или из двух зол. Вот. Если к нам приходит ребенок, который вот уже 9-11 класс, например, и нам нужно помочь ему, что мы можем, какие формы, какие методы можем с ним, при работе с ним использовать? Ну, здесь, наверное, сразу после одной консультации невозможно. Диагностика, да? Ну, конечно, вот такие... начинаем всегда с исследования, да, с изучения. И здесь важно, чтобы ребенок тоже подключился к этому, да, интерес, чтобы у него появился интерес
к самоисследованию, да? Да, то есть чтобы он чувствовал себя как субъект, а не как объект. Да, чтобы не было такого, что меня заставили к вам прийти. Так и потому, да, а вот тот же момент, поэтому это действительно такая работа ювелирная. Да, вот этот вот момент, и чтобы... Всем классам их приводят. И обычно вот лучше... получается психолог на самом-то деле вот именно в профориентации инициатором является психолог, да, сам, ну или завучи по воспитательной работе или кто. То есть как бы исходит от школы, от социума, да. А в психологическом консультировании обычно человек сам идет с запросом, какая-то проблема, да. А здесь получается не ребенок идет. Ну бывает, что и дети идут, да, конечно. Есть дети, которые вот действительно, я помню своих одноклассников, седьмого класса, которые хотели стать врачами, они и стали врачами, да, то есть они себя готовили. Вот, но это уже тоже отдельная история, вот влияют разные факторы, об этом я скажу. И вот я, пока вы говорили, Полина, я вспомнила, недавно я провела занятие в девятом классе, тоже в гимназическом, я спросила, ребята, вот поднимите руки те, кто уже четко определился со своим будущим, кто знает, куда пойдет учиться, овладевать какой профессией. Значит, подняли руки, очень много, я обрадовалась. Ну, и тогда я спросила, а у кого эти цели совпадают с целями родителей? Представляете, да? Вот, а часть, половина этих детей, да, значит, сформировали группу тех, кто, у кого вот это совпадает. Значит, осталась группа детей, большинство это были мальчики. Там было две девочки, у которых вот именно не совпадает их выбор с выбором родителей. И они это четко вот это сказали. И по характеру даже было видно, да, что это дети-лидеры. Да, и, значит, а та группа, у которых совпадает с родителями, там преобладали девочки, там два мальчика было. И в третья группа, это была маленькая группа, это дети сомневающиеся, да, то есть это дети более пассивные, значит, флегматичного темперамента, можно так сказать, да, но как бы дети, которые сомневаются. Но при этом, когда мы дальше начали работать, знаете, более вдумчивыми оказались и выдали такие вот ответы очень хорошие внутреннего плана, это дети сомневающиеся, и дети, которых совпали с родителями. А дети, которые лидеры, у них видение было такое внешнего плана. А может быть еще такое, ну, все равно в силу возраста, такие же у них есть просто как... лишь бы, ну не то, что лишь бы наперечить, а вот я делал, как уперся рогами и пошел, то есть, ну вот да. Такая позиция. Да, действительно. И действительно, у лидеров она ведь проявляется, как я сказала, то есть я так хочу, и я так добьюсь, то есть вот. Да, да, там, знаете, как тоже действительно вот подростковый же максимализм, и дети, которые хотят проявить себя, они чувствуют себя успешными, у них получается очень во многих сферах у них успешны, и поэтому они чувствуют вот эту силу, и они где-то могут быть такие, что, ну, как бы против течения, да, идти, чувствуют свою силу, это очень хорошо, как бы, да, это как драйв. Может быть, да, адреналин такой. И даже в поведении это как бы проявляется. Да, а вот так вот работа групповая. Вообще изначально лучше начинать с групповой работы, даже по профориентации, да, вот когда как в группе уже выявляются моменты, как вы сказали, там видно уже по поведениям, они уже и на группы, и как-то видно уже можно определить вот ребят по поведению. Да, видно, действительно, да. Но на что я хотела обратить внимание ваше, да, вот когда-то мы лет 10-15 назад проводили исследование, и мы опрашивали детей, детей, одаренных детей. То есть те дети, которые были, проявляли себя в конкурсах, в олимпиадах и так далее, то есть они были успешны. И мы задали только один вопрос: что вам дает вот ваша деятельность такая, да? И дети, представляете, и их родителей спросили. И только 10% детей сказали, что дает внутреннюю удовлетворенность. То есть внутреннее удовлетворение. То есть они получают
радость от того, что они делают, например, да, то, чем занимаются, они ценят это. То есть это то, что и их, да, а большая часть, 90%, они что говорят? Это грамоты, призы, общение, то есть внешняя материальная составляющая. И что опечалило, может быть, или озадачило, это то, что родители указали только внешнее. Они не видят целью внутреннюю удовлетворенность детей. Ни 1% внутреннего удовлетворения не было среди родителей, да? И поэтому вот вопрос к тому, что, чем дети занимаются, да? Насколько они ценят и осознают. Вот мы сегодня говорим об осознанности, да? Осознают ли они то, чем занимаются, дает ли им это радость? И я задаю обычно детям вопрос, кто занимается в школе эмоционального развития, от чего вы радуетесь, дети? Когда вы чувствуете эмоцию радости? И они говорят, когда мы получаем оценки хорошие, значит, мы, когда мы какие-то успехи у нас, когда Новый год, ну, помладше дети говорят, подарки, Новый год. Вот. То есть они нацелены на результат. Очень мало единицы детей. Да, единицы детей говорят, вот маленькая девочка говорила, мне нравится, когда я бегаю под дождем. Да. Мальчик начального звена говорит, а я радуюсь, когда я катаюсь на велосипеде, да? Вот. И поэтому, работая с родителями, я тоже задаю этот вопрос. И почему это происходит? Почему? Потому что родители тоже не фиксируют на этой радости. В эмоциональном состоянии дети, конечно, радуются. Я говорю, тогда вы один раз в год, что ли, радуетесь? И дети это чувствуют, ну, как бы понимают этот подвох. Ежедневно чувствуют радость, но они это не ценят, да? То есть они не осознают то, что они делают. Они это все делают хорошо, у них это, может, получается, но они радуются только тогда, когда, значит, то есть радость они получают, оценивают, осознают тогда, когда достигают каких-то успехов. Но успехи мы каждый день не получаем же. Но вот есть такой психолог Бодо Шефер. Книга для детей, у него есть «Мани» и «Секрет бублика». Ну, это про финансовую грамотность. Сейчас же тоже все вот финансовая грамотность, и она же вот тесно соприкасается именно с осознанностью выбора того пути, на котором ты стоишь. И вот там среди советов есть каждый день фиксировать, вот, ну, это на детскую аудиторию рассчитана книга, каждый день фиксировать по 5 моментов, которые я сделал хорошо, и которые я, это могут быть какие-то, может, незначительные вещи, да, но в плане того, что даже я вот открыл, ну, чтобы почувствовал тепло, почувствовать тепло и свою важность, свою значимость. То есть вот такие вещи, там, я дал однокласснику ручку, это ведь тоже я проявил и заботу, и это тоже должно как согреть меня, да, вот такие моменты. Вот, как вы считаете, это, ну, хорошо, это действующе? Да, очень хороший пример. На самом-то деле вы сейчас рассказываете, почему это происходит. Это у нас физиология, да? Эмоции — это гормоны. Гормон стресса или счастья, да? Почему злость мы испытываем, да? Гормон кортизола. Надпочечники выбрасывают в кровь для того, чтобы защищаться. Настоящих угроз нет, никто из зверей нас за нами, ну, не преследует, но мозг это воспринимает за угрозу, например, когда угроза идентичности, да, когда нарушение эмоциональных границ, когда несправедливость или еще что-то, да, но много разных факторов здесь. И человек, если это не улавливает, например, да, то он может не замечать вот этого, да, накопления эмоций, да, и вот, а гормон тоже выделяется, да, поэтому для того, чтобы саморегулировать свое состояние, вот как раз, да, вот то, что вы рассказали, это саморегуляция, да, чтобы вырабатывать гормон удовлетворения от того, что ты сделал, ты уже фиксируешь это, значит, сознательно фиксируешь то, что ты уже сделал. Я уже сделал, да, ага, и себе подарочек. Я это сделал, подарочек. И таким образом, да, и тогда уже, если мы это будем обучать этому, да, и эмоциональной грамотности, повышать эмоциональную грамотность у детей и взрослых, то, конечно, это будет осознанно, да, осознавать. На самом деле эмоциональный интеллект — это очень хороший инструмент, можно сказать, GPS-навигатор, инструмент, который помогает ребенку понять, осознать себя, да, в ежедневной жизни осознать. То есть инструмент.
Если, почему я, вот дети, например, говорят, есть какие, я вопрос на засыпку задаю, эмоция плохая, есть, говорят, злость, например, да, очень много злости, и они считают, что эта злость, это не очень хорошая эмоция, которую не надо показывать. Почему? Потому что они не умеют контролировать, да, то есть управлять. Ну, то есть лучше сдерживать. И когда дети сдерживают, подростки, свою злость, то у них и радость не выходит. То есть нет расслабления, нет, вот находятся в напряжении. Естественно, если человек находится в напряжении, у него и когнитивный процесс не работает, познавательный. То есть он не будет воспринимать информацию, которую дает учитель. В школе он будет чувствовать себя напряженно, да? Вот, и таким образом и мотивация будет снижаться и так далее. А если ребенок себя контролирует, ну, не контролирует, а управляет, то есть он осознает, что это нормально, то, что он испытывает, это нормально. И он еще понимает, почему он это испытывает. То есть он понимает причины злости, да, это потому что, например, меня обозвали, да, это нарушение вот это, да, так, что я могу сделать? И когда запускается этот процесс, кто-то, например, физически защищается, кто-то вербально, кто-то уходит в себя, да, тут, конечно, техникам надо обучать, развивать эмоциональный интеллект. Да. Вот это вот, когда идет накопление, да, или скрытие своей эмоции, это ведь тоже, ну, как препятствует осознанности, да, как в затуманенности и разум, получается, когда чувства вот эти, как мы можем помочь ребенку, который вот пришел, или, ну, бывает такое, что, да, и классные руководители. Но я знаю такие случаи, когда даже во время урока, да, ребенок себя, например, ну, как-то или, может, повернулся к однокласснику и там парту швырнул, или какие-то вещи в сторону одноклассника швырнул, там что-то. В общем, не сдержанность вот это вот, ну, классный руководитель берет, соответственно, или учитель, у которого это на занятии произошло, и ведет к психологу, да, какие, ну, соответственно, ребенок, он напряжен, какие методы, что вообще, вот с чего начать, как беседа, диагностика, какие-то практики вот ребенка, который находится в таком напряженном состоянии. Да, хороший вопрос, спасибо. Во-первых, нужно, конечно, эмоциональный вот уровень энергии нужно снизить, да? Человек в злости, ни взрослый, ни ребенок не может совладать, да? То есть, если мы уже во власти эмоций, то если мы не сдерживаем, то мы можем разрушить отношения, все что угодно. Да? Поэтому заранее профилактику надо проводить, то есть развивать эмоциональный интеллект и обучать техникам. Дети очень хорошо это воспринимают и обучаются. Даже сами какие-то техники придумывают, да, у нас в школе такое есть. И вот, значит, снижение, это дыхательное упражнение, это, ну, психолог может заниматься с ребенком, и он обучает ребенка тоже. Ну, а у нас в жизни как происходит? Ребенок что-то натворил, он виноват, его ругают, да, и когда делают замечание, это вот по теории арт-терапии, то есть анализ, прикладной анализ поведения, с точки зрения прикладного анализа поведения, это наоборот не помогает, это поведение может повториться, потому что, значит, мозг получает подтверждение этого поведения. То есть, само собой, это поведение может повториться, плохое поведение ребенка. Ну, то есть, не плохое, а неправильное поведение. Поэтому учителям тоже нужно обучаться. Мы это делаем с коллегами, обучаем, как правильно корректировать неправильное поведение. Вот. А бывает так, что ребенок, например, неправильно себя ведет, и учитель не замечает, игнорирует, и тогда может быть гашение, да? То есть оно само собой попадает. И это зависит от того, потребности ребенка, да, какая у него потребность. Или обратить на себя внимание, или он хочет получить желаемое, или еще что-то. Да. Поэтому здесь важно работать с психологом, классным руководителем. Лариса Дмитриевна, вот у нас здесь в нашей онлайн-аудитории не только профориентологи, психологи, а также и учителя, да, классные руководители. Вот я, например, классный руководитель и не психолог. Вот это вот такая замечательная вещь, профилактика, да, то есть все, любой момент, даже и вот как здоровье, да, чтобы мы проходим там диспансеризацию, да, чтобы и предотвратить там какие-то
какие-то большие моменты с нашим здоровьем. Мы предотвращаем это. Вот так же и мы там делаем зарядку, мы закаляемся, пьем витамин D или еще какие-то витамины. То есть это профилактика нашему здоровью, да, ну, соответственно, другие моменты. Вот, значит, я классный руководитель, я не психолог. Какие вот вещи я могу делать со своими детьми? Да, вот дыхательную гимнастику можно? А мы можем вот сейчас вот как вот дыхательная гимнастика, как это, что это? Дыхательная гимнастика нас, значит, помогает, ну, что делать? Обогатить наш организм, да, кислородом. То есть мы как бы что делаем? Обращаем внимание на дыхание. Сейчас вы можете сесть в удобное положение. Сядьте. Удобное положение. Почувствуйте, как вы сидите на стуле, на диване. Расслабьте все мышцы. Обратите внимание, как соприкасаются ваши ступни с твердым полом. Да, мы концентрируем внимание на внутренних ощущениях, а также мы можем концентрировать свое внимание на внешнем. Да? То есть одновременно мы можем слышать, чувствовать, видеть окружающую действительность. Да? И при этом также внутренним взором ощущать или даже представлять внутри, что происходит. Обратите внимание, как прохладный воздух проходит через ноздри. Через дыхательные пути, попадает в легкие и идет вдоль тела до кончиков пальцев ног. И обратно выдыхаете теплый воздух. При этом вместе с воздухом внутри тела циркулирует энергия. Просканируйте свое тело, расслабляя все мышечные зажимы с головы до ног. Если вы чувствуете зажим, расслабьте, дышите глубоко и спокойно, и при этом созерцайте мысли, которые приходят и уходят. Мысли — это не вы. Мысли как облака. Они бывают черные, серые, белые. А вы просто созерцаете. Пришли такие мысли, и они уплывают или перетекают через вас в землю. Вы чувствуете, ощущаете внутри тела какие-то ощущения, эмоции и тоже созерцаете, то есть констатируете то, что происходит с вами сейчас. Вы сейчас находитесь здесь, сейчас. И сейчас вы можете дышать таким образом. Сделаем вдох-выдох. Вдох на 4, выдох тоже на 4. Уравновешиваем вдох и выдох. Вдох. Считаем сами. И на 4 тоже выдох. И при этом чувствуем свое дыхание. Кто-то ощущает пульс. Да? Таким образом мы уравновешиваем свое дыхание. Как только мы уравновесили дыхание, но есть еще другие дыхательные упражнения, например, квадратное, когда на 4 вдох, потом остановка, потом выдох и тоже остановка. Таким образом квадратное, да, дыхание, ну или которое удлиняется. Да? То есть когда ребенка мы, дети бывают в школе, значит, дети могут быть эмоционально такими беспокойными, да? То есть они могут быть отвлекаться, они могут там эмоционально реагировать, да? То есть и тогда мы, конечно, его как-то, наверное, в кабинете где-то можем посадить, и чтобы он вот это успокоил дыхание. А если в этот момент, когда в злости, не нужно детям делать замечания или ругать, или повышать голос, это ничего не дает, этот метод. Да. И когда только ребенок успокоился, уже можно с ним разговаривать. Ты успокоился? Как себя чувствуешь? А? Я вижу, что ты успокоился.
Ага, и мы можем с тобой поговорить. А что случилось? Почему ты подрался? Или ты почему ударил? Или еще что-то? Или ты бегал? И здесь важно тоже формулировать, правильно формулировку делать, описывать без оценки, без оценки. Да, без характеристики, например. Да? Случай, то есть вот этот да, случай. Да, именно это, факт. Да, факт. То, что он, да, то, что мы видим, то, что мы слышим, и то, что он делал, например, по времени мы можем оценить, да, поведение ребенка, поведение любого человека мы можем по трем критериям оценить. И тогда человек видит свое поведение со стороны, и с ним можно разговаривать. То есть ребенок понимает, что его понимают, принимают, его готовы выслушать. Да? Тогда может ребенок раскрыться и уже начать разговор. Ага. Вот, Лариса Дмитриевна, вот наши дети, например, ну, уже шестой-седьмой класс, мы говорим о том, что необходима вот ранняя профориентация, осознанность, то есть мы, ну, с какого возраста вообще формировать или с детского сада, какие акценты, какие особенности того или иного периода возрастного формирования осознанности? Ну вот смотрите, в своей работе, значит, с 4 лет начинаем, да, работу по осознанности детей. Дети вот в 4 года, даже 3,8 была девочка, и они приходят и бегают, и они ничего не слышат, например, да. Когда начинаешь их обучать тому, что происходит с ними внутри, и они начинают интересоваться, оказывается, да, что они могут управлять, да, и есть много разных упражнений, например, послушать тишину и так далее, то есть вниманием, самый основной инструмент это внимание, мы осознанное внимание развиваем ребенка, да, и когда ребенок начинает вот это осознанное внимание, значит, у него появляется, и он начинает уже чувствовать силу, да, эмоциональную силу чувствует и применяет его, да, то есть он уже дольше слышит, он уже не говорит, что мне скучно. Сейчас часто дети говорят скучно, то есть они привыкли к видеоряду, то есть визуальному. То есть он сам сидит, сам не двигается, а вокруг него пляшут взрослые и, ну, это, гаджеты, да? Ага. А он просто вот поглощает это головой. И многие дети радуются. Где у тебя радость? Когда я спрашиваю, они показывают, в голове у них радость. Они не чувствуют тела. Представляете, да, в теле у них нет этой радости, нет еще. Интересно, головой живут, да? Очень так, многие. У кого маленькие дети обязательно, задайте, да, вопрос. Задайте вопросы. И сами себе тоже. Племяшкам, да, а где радость? Да, вот. Потому что чувствуется же, может, у кого-то здесь, да? Вот, а вот как вот говорят, бабочки в животе. Вот, да. Да? Я, ну, это когда в основном волнение, но такое предвкушение чего-то такого, да, вожделенного, может быть, это вот в животе ощущается. Вот так. А радость его ощущается? А радость. Вспомните свой тоже самый счастливый момент, когда вы рады. Вот ну эту да, картину. Мне кажется, что она прям через все проходит, через все тело, вот эта радость. Да. Да, прямо вот где-то здесь почему-то она мне вот именно сейчас, вот прямо вот здесь. Даже не в макушке, а вот как-то вот так, в этой области. Да, и вот вы начали. Смотрите, даже непроизвольно, когда человек вспоминает, он начинает двигаться, да? Да. А когда человек замирает, да, вот там, смотрите, он вспоминает и в голове. И вот основатель гештальт-терапии Фредерик Перлс, он говорит о том, что мы живем в трех сферах. Есть внешняя сфера, вот то, что касается, значит, внешнего фактора, да, то, на что мы нацелены. Вот это карьера, семья, дети, работа, все, дом, да, и так далее. То есть мы нацелены на достижение целей во внешнем мире. Вот. А есть внутренняя сфера, это что? Эмоции, чувства, переживания и так далее. Да? А мы это скрываем даже от себя. И не всегда, почему мы пребываем? Как бы есть люди, которые не могут сидеть в одиночестве, да, и вот много детей бывает, которые не могут сидеть в одиночестве, им скучно. Это вот сейчас есть. Все больше, да. Сейчас все больше таких детей у меня, вот и знакомые, коллеги там постоянно даже с садика привозишь и там мама играть, то есть играть, 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 то есть вот так вот они с
сами не могут, ну, мало, да, вот да. времени проводят, а именно обязательно даже рисовать, непосредственно, как, который, казалось бы, процесс, вот сидишь и ты рисуешь, нет, вот сядь рядом и тоже рисуй со мной, да. То есть вообще вот есть такие... Да, и говорят, я не знаю, что рисовать, я не умею рисовать, говорят же, да? Вот, и получается, что и у родителей вот этот появляется симптом, значит, тревоги, да? Ребенку скучно, надо что-то делать, надо его развлекать. Не стоит. И ну, вот сейчас я знаю, еще многие сразу там телефон. Ну, потому что дает. Мама занята. Мама с работы, надо приготовить, там, постирать какие-то дела домашние сделать. Ребенок здесь, и чтобы вот это вот как вот организовать, на телефон посмотри. Да. А как вот, вот этот вот что мы можем посоветовать, например, родителям? Вот я хочу сказать то, что из жизни вот говорю, что один ребенок говорит. У меня нет времени, я хочу отдыхать. От чего отдыхать? То есть ребенка не оставляют в покое. Он настолько перегружен, заорганизован, да? У него нет времени просто ничего не деланием заниматься, да? То есть он просто лежать даже не может. Это когда он лежит из крайности в крайность. И родители тоже настолько вот, перфекционизм или это что. То есть они организуют ребенка, да, вот кружки, секции, туда ходить, сюда ходить, да, и ребенок от этого устает. Его нужно оставить в покое, чтобы он побыл самим собой и поскучал. И тогда только начинает работать мозг, воображение. Да, вот вспомните более старшее поколение, что мы играли. У нас не было игрушек. Например, я играла спичками, строила дом. Да, и вот бумажные игрушки. А сейчас все готовое, да? И ничего не надо придумывать ребенку, да? И получается, что мозг мы не загружаем. И ребенка, вот, ну, даже Лев Семенович Выгодский же сказал, да, воображение у детей меньше, чем у взрослых людей. Поэтому его надо воображение развивать, да? И поэтому вот, когда дети скучают, это нормально. А родители тревожатся, они начинают что делать? У них появляется чувство вины, да, у некоторых. И они начинают что делать? Или сами эмоционируют. Вот, просто нужно оставить в покое, как есть. То есть, ну, ребенок все равно должен осознанно, опять же, прийти к тому, что я могу, я вот как полноценный или как правильно, я могу там, ну, сам заняться, я могу, я столько в мире хороших вещей, которые я могу брать и которые будут доставлять мне удовольствие, да, он без, сам без родителей, да, вот я могу это сделать сам, и это действительно мне будет, ну, и интересно. И тогда он получит гармонию. Гормон удовольствия, вот гормоны, да, гормон удовлетворения появится, что я придумал, да, вот я преодолел, да, гормоны счастья, да, вот. И я вспоминаю, что детей не надо сильно организовывать. Я вспомнила, что первый тренинг я придумала в 9 классе, когда мы жили в интернате с подругами, и мы это придумали сами. Никто над нами не стоял и не говорил, проводите тренинг. Но мы были нацелены на то, что мы все после школы поступим на центральные вузы, мы должны, мы строители, ну, экономики ответственные, да, вот как бы за развитие республики. Поэтому чувствовали эту ответственность, мы саморазвивались, да, вот не русского языка делали, вот тренинг личностного развития делали, да, вот, поэтому сами дети могут придумывать очень много интересного. Все хорошо в меру, в том числе и вот это вот одиночество, так сказать, да, ну, оставить в покое немножко тоже все вот из крайности в крайность. Главное не, там, не пускать на самотек, вот сам себя организуй и все. Да. И по максимуму там вот это вот, что когда прям по расписанию сегодня хоккей, завтра танцы, там гимнастика, рисование, английский язык, китайский язык, японский язык, то есть вот так, потому что действительно есть такие, да, я тоже встречала таких родителей. Да, и вот смотрите, Полина, в этом, когда ребенок вот заорганизован, вот ребенок даже вот как бы не проявляет этих эмоций, да, радость. А как мы можем вот понаблюдать, что у него, какой потенциал, да, способность природная какая? Это зависит от взрослого же, да, от родителей. Родители, вот многие гении, которые достигли успеха, они что говорят? Я благодарен маме, потому что мама меня водила, мама нашла вот во мне какие-то, да, задатки. Вот, и получается, что когда ребенок в детском саду занимается чем-то, он вот как бы да, сюжетно-ролевые и так далее, да, осваивает, пробует какие-то, ну, значит, в какой-то роли себя
пробует, да, тогда он уже как бы уже идет, да, вот выбор, да, да, у него. Уже профессионально он уже на себе примеряет, похоже или нет, да, но нравится или нет, да. И когда мы видим, наблюдаем блеск в глазах, по энергии ребенка, да, а если ребенок напряженный, он вот свободно не проявляет себя эмоционально, да, то мы не можем угадать это. Да, поэтому мы идем с головы и его обучаем на всякий случай всем и музыке, и танцам, и хоккею, и так далее. Да, и... ну попробовать. Да. А так вот насчет игр в детстве. Вот у меня тоже знакомая, у них ребенку 3, ну, 4, почти 4 годика, и получается, его в садике интересует, это мальчик, его интересует вот кухня, вот это вот, он с девочками, ему нравится. И она советовалась со мной, а как думаешь, вот купить домой, а муж против? Я говорю, ну, в принципе, а лучшие повара — это мужчины. Но также, да, шеф-повара — это мужчина. Ну, то есть нету же в этом никаких... Это какие-то стереотипы, что вот это игрушки для девочек, а вот это игрушки для мальчиков. Потому что у меня вот племяннику, его вот бабушка вторая покупала даже пупса. То есть и он так, он любит, сейчас ему 12 лет, он любит нянчиться там с младшими братьями, сестрами. Тоже это нисколько, ну там, например, не повлияло на какие-то его как мироощущения, ну самоощущения, да, не мироощущения, а вот просто, ну это же и эмпатию, да, развивает, и... Но в этом нет ничего, как мне тоже кажется, ничего такого, прям это не трогай там посудку, это только для девочек, вот. Согласна, да. Действительно, это много разных установок у нас, да? Да, и тут должно быть единое какое-то согласие у отца, видимо, да, то есть mm-hmm. какие-то страхи и так далее свои, да, тревоги на самом-то деле. Вот в этой деятельности мальчику привлекает что-то другое, может быть, да? Общение, может быть, mm-hmm. да, и у него возникает вот это опыт общения, да, именно в этой игре, и тогда он будет будущий хороший семьянин. Да, будет заботливый ребенок. Да. И вот я вспомнила, когда я проводила лекцию среди студентов колледжа, да, из 50 детей было, юношей около 30. Из этих юношей, значит, двое только ответили: я будущий, на вопрос, кто я будущий отец большого семейства. Другой ответил: я хороший отец. Значит, тоже в семье. То есть уже у детей этих, я уверена, что эти дети будут хорошими семьянинами, да, если в голове есть проекция того, что будет, поэтому уже с детского возраста мы как бы даем, да, проекцию, проектируем. И вот когда дети часто говорят, что ленятся и так далее, да, нет такого понятия лень. Там много разных причин, и ребенок, если лежит, особенно подросток, его не нужно трогать. Пусть он лежит, помечтает. А когда ему помечтать о будущей жизни, проектировать свое будущее? Так, ну у нас остается не так много времени, и хотелось бы все-таки вступить в диалог с нашими... теми, кто присутствует сегодня на нашей встрече. Коллеги, пожалуйста, какие у вас, ну, какими мыслями вы хотите поделиться? Какие, ну, вообще, как, может, какая-то у вас конкретная целевая ваша аудитория, там среднее звено или младшее звено, или старшеклассники, или со всеми вы работаете? И задать вопросы, да, такую возможность задать вопросы, вот вступить в диалог с нашим сегодняшним гостем Ларисой Дедимовной Слепцовой, психолог, консультант, руководитель Международной школы развития эмоционального интеллекта. Да, вот мы собрались сегодня для такого общения. Поэтому, пожалуйста, вам слово. Хотим с вами быть в диалоге. Да, хочется узнать. Какие? Потому что, да, очень разные, все-таки разная целевая аудитория, но мы, вот я сейчас вот твердо для себя поняла, что важно начинать профориентацию с самого младшего возраста, 3-4 года, и для педагогов очень важно прямо выстраивать, ну, планировать работу с родителями.
Потому что от того, как позиционирует родитель, да, и что видит родитель, что у родителя, так сказать, на уме, это все откладывается на ребенке. Поэтому, ну, какие-то встречи с родителями, чтобы у них взгляд был там, ну, может, потому что в ходе, например, у меня был такой стереотип, вот у меня дочке сейчас 13 лет, когда она была в 4 классе, не в 4 классе, а 4 годика ей было, у меня был такой стереотип, что ребенок должен пойти в вуз, ну, то есть после садик, школа, вуз, то есть какая-то стереотипная, да, такая программа. Сейчас я уже в ходе, я вот это вот переосмыслила, опять же, ну, вот и общаясь с профессионалами, да, в том числе, и вообще вот в этой сфере работая, я вот сейчас понимаю, что она может пойти после 9 класса в колледж. Она вот, я смотрю, вот ее увлечение, я поддерживаю, то есть мы поддерживаем, вот, и, ну, пересмотрела абсолютно, и сейчас вот я как перешагнула, сейчас вот такие стереотипы я стерла. Ну, то есть это я на примере себя, что я родитель. 4 годика у меня такие вот, и в младших классах тоже там, буквально, наверное, до 2 класса я так вот думала, что вуз, вуз и только вуз, высшее образование, это так важно, вот это что за стереотип, это сейчас вот я со своего, так сказать, возраста, когда, ну, тоже была вот на таких встречах и с психологами, да, вот на каких-то коворкингах, вот, то есть это все вот сформировало меня, и вот, видите, а если бы я, например, и была далека от таких встреч, и, возможно, бы я была бы тем родителем, который и сейчас, у которого 13-летний подросток, которого бы я за уши пыталась там тащить. То есть вот, это же меня сформировали все равно на мое видение, которое сейчас вот повлияли в том, ну, в такие встречи, да, вот. Поэтому с родителями, вот, с родителями это надо очень, очень хорошую такую, хорошие диалоги прям вести, да, вот эту вот работу. Не только с детьми. Да. Угу. Ну что ж, коллеги, какие поделитесь своим опытом, какие ребята у вас, ну, почему вы сегодня на нашей встрече, почему актуальна тема вот осознанности выбора профессии? Включайте, пожалуйста, свои микрофоны. Хочется как-то послушать вас, какой у вас опыт, что-то, может быть, зацепило как-то. Да, хочется надеяться, что я говорила не параллельно, да, то, что то, о чем я говорила, это как-то тоже, ну, как-то цепляет вас, да, что такие проблемы, какие-то вопросы. Может ну быть. И почему мы не сейчас вот не в подробность, так сказать, возрастную, чтобы мы хотим на вас сориентироваться сейчас, вот, чтобы сейчас вот диалог немножко выстроить таким образом, исходя именно от вашей целевой аудитории, потому что вы, ну, сейчас немножечко я такая на правах модератора сегодняшнего, так сказать, вот свои, да, вот актуальные для меня какие-то моменты. Сейчас, конечно, хочется и актуальные для вас услышать моменты. И я еще хочу сказать, что вот третья сфера, есть внешние сферы, внешние, внутренние, да, а есть третья сфера. Современный человек в этой сфере находится, это виртуальная сфера. То есть это сфера мыслей, установок, оценки, это мысли о прошлом, о будущем. То есть мы живем в виртуальном мире, говорит Фредерик Перлс, и поэтому вот как бы не всегда чувствует, осознает то, что он чувствует. Не всегда. А эмоции — это и есть информация, которая идет изнутри. Этой информацией нужно пользоваться, уметь, да, и этому помогает эмоциональный интеллект. Его нужно развивать в любом возрасте. Хорошая новость — это часть интеллекта. И по, значит, около 60 детей в нашем городе прошли тестирование, и по ним видно, да, проанализировали мы их, что у некоторых детей
высокий интеллект. То есть от природы есть с высоким интеллектом дети, но он разный. То есть у кого-то стратегический домен высокий. То есть это дети, которые хорошо анализируют, используют свои эмоции, да, понимают причины. А есть дети, которые, у которых практический домен. То есть они хорошо распознают. Да? И чем младше дети, тем больше лучше дети распознают, оказывается. И здесь также есть корреляция с тем, что дети, которые заняты вот этими знаниями, которые сидят в гимназических классах, учатся, да, они загружены. У них, кстати, распознавание эмоций ниже, чем у детей, у которых такого опыта больше общения. Угу. Это очень интересно, и так, да, есть над чем задуматься. Угу. Вот. Коллеги, не стесняйтесь, не думайте, что вы нас перебиваете. Мы сегодня на диалоге. Добрый день, меня зовут Ионина Светлана. Лариса Дедимовна, приветствую вас. Очень было приятно вас слышать. Слышно, да, меня? Да, слышно, я рада видеть вас. Ага, и, конечно, в принципе, да, все очень здорово, хорошо вообще, что устраиваем такие встречи, да, жаль, что нас мало на самом деле на сегодняшней встрече. И мне бы хотелось, знаете, тоже что отметить, что мы очень большой упор делаем на работу с детьми, хотя нужно, мне кажется, самый большой упор делать как раз на работу с родителями. Потому что именно от родителей зависит, насколько осознанный будет у ребенка выбор в профессии в том числе, насколько вообще он осознанно будет выбирать или не выбирать что-то. Поэтому, мне кажется, у нас на самом деле действительно очень мало встреч, мало программ именно по работе с родителями, как правильно растить своих детей, как правильно давать им установки, либо не давать и так далее. И вот хотелось бы, конечно, вот побольше таких программ именно по работе с родителями. Да, это отличный запрос. Согласна. И мы это зафиксируем. Я думаю, что у нас будут еще и встречи, и даже какие-то, может, мы, ну, как круглые столы, обмен опытом. Здесь важно как раз обмен опытом. Это не сколько трансляция информации, да, по работе с родителями, а когда идет синергия и обмен мыслями, и формируется вот действительно, ну, как хорошая база. Вот, да. Да, спасибо. Да, ну, я согласна со Светланой. И, кстати, вот программа по развитию эмоционального интеллекта для взрослых, для родителей есть у меня. Также есть воспитание на основе здравого смысла. Это то же самое и эмоциональный интеллект. С коллегами мы проводили уже достаточно долгое время. Да? Поэтому программы есть, просто их нужно проводить. Приглашайте, мы можем вот как раз сотрудничать. По этой теме. Да, может быть, вполне возможно, потому что на самом деле проблема не в том, что родители плохие, нет, в большинстве своем они просто не владеют информацией. То есть если бы они знали, как нужно делать правильно, они бы точно это делали. Вот в чем дело. Да. Ага. А как мы выходим на вас и дети? А, ну вот мы уже, можно сказать, что мы с вами уже сегодня заключили соглашение, мы можем уже планировать какое-то уже мероприятие первое, да? Ага, а если вот наши коллеги хотят непосредственно выйти, чтобы, например, пригласить на какую-то встречу с родителями? Да, я выхожу в школы, и можете приглашать, я могу дать контакт, телефон. Да, вы тогда вас нам оставите. Да, через вас. Может быть, на вашей базе, может быть, даже организовать можно. А, или, да, вот такие вопросы, мы такую возможность мы рассмотрим, да? Вот, хорошо. Ну, а так можете также и выходить сразу, хоть с завтрашнего дня, если запросы такие будут, мы все вот как в одной теме. Да, хорошо. Спасибо, очень хорошее предложение. Коллеги, у нас есть еще немножечко времени на выстраивание нашего диалога. Да, вот всегда, вот сейчас, да, вот все мы испытываем какие-то эмоции. Вот. И эмоции, они нам мешают как-то проявить себя, да? Бывает такое.
Я сама тоже испытываю волнение, испытывала вот перед этим выступлением, да? Вот, поэтому сейчас есть возможность что-то сказать, может быть, да, нам. И, да, у нас такое предложение, чтобы изменить. То есть есть возможность что-то изменить. И вот как Светлана выступила, предложение какое-то, может быть, да? Да, какое-то предложение, какие-то мысли, либо же ну, непосредственно совет, может быть, да, сейчас за советом обратиться. Вот. Ну, это наша первая встреча, да, я немножечко так сейчас, вот, которая проходит у нас в рамках республиканского образовательного нетворкинг-проекта «Профориентация. Перезагрузка» при поддержке гранта главы Республики Саха-Якутия. Наша сегодняшняя тема — это как педагогам и профориентологам помочь ребенку сделать осознанный выбор. Также у нас запланированы еще две встречи, которые пройдут 22 ноября, также с 4 часов, тема «Игропрактика. Применение современного инструмента в работе профориентолога». И здесь у нас приглашенным спикером выступит Елизавета Александровна Зарубина, профориентолог благотворительного фонда «Харысхал». 24 ноября, также с 16:00, у нас пройдет встреча на тему «Психологические трудности процесса профессионального самоопределения обучающихся в возрасте 14-18 лет». Вот примет участие у нас нейропсихолог в данной встрече. Ну, такой вот небольшой анонс. Ну что ж, коллеги. У меня еще есть для вас информация. Но это мы пропустим. У нас это все знаете. Так. Лариса Дмитриевна сейчас еще немножечко нас вот информацией снабдит, чтобы у нас такой багаж был после сегодняшней встречи. Потом еще будет немножко времени, мы дадим такую возможность, если у вас возникнут вопросы. Да? Ну, давайте, у нас 15 минут еще есть. Да, вот как раз, смотрите, правильно сказала Светлана, что мы, в общем, работаем с детьми, на самом деле на осознанность влияют больше родители, да, и мы, вот если посмотреть на этот слайд, видно вам, да, факторы профессионального самоопределения, да, есть внешний фактор, есть внутренний, есть виртуальная сфера, да, то есть как бы как мы работаем, вот большей частью это у нас школа, семья задействована у нас через дополнительное образование, да, взаимоотношения тоже через дополнительные какие-то нетворкинги и так далее, не всегда, не системно, да, ну и общая среда, которая окружает нас, которую мы все взрослые создаем. А насколько мы знаем внутреннее ребенка, да, не все родители бывают, знают, как ребенок воспринимает мир, как он себя воспринимает. Часто дети себя оценивают очень низко. При всей успешности внешней у них самооценка бывает ниже. Да? Почему? Потому что там закладывается критика, самокритика идет. Да? То есть когда мы ребенка ругаем, это все закладывается в родительское. Да? Внутри в голове у нас сидит родитель, хотя его, может быть, нет. Да, и критикующий родитель, он мешает нам действовать. Ставить цели. Вот есть такое, да, что, ну, говорят же все, психологи говорят, все проблемы из детства, и чтобы вот, ну, гармоничной личностью взрослой быть, нужно опустить детские обиды на родителей в первую очередь, да? Да, да, и запустить нужно родителя заботливого, да, да, вот. Доброжелательно относиться, вот буквально я с учителем разговаривала сегодня, говорит, сложно, самокритика давлеет, то есть как бы мы привыкли подхлёстывать себя, да, а это на самом-то деле, когда мы подхлёстываем, да, это стресс испытываем, да, каждый раз кортизол, надпочечники работают, то есть таким образом у нас страдает здоровье, поэтому как бережно относиться, как не быть, ну, вот часто говорят, да, нельзя быть мягким, там надо строго-строго держать детей, да, это разные вещи, как смотреть, да, как дисциплинировать, да, про это тоже есть тема, можем разговаривать, если это тема вас интересует, да? Поэтому вот что влияет на самооценку и, конечно, эмоциональное состояние, внутреннее состояние ребенка. Научить сначала родителей
вот родители сами говорят, что нам нужно знать, нам нужно развивать эмоциональный интеллект, а дети сами приходят и обучают. Мама, у тебя вот 5-летний Артур говорит маме, мама спрашивает, мама, какая у тебя сейчас эмоция? Мама говорит, я думаю, эмоции думать нет, скорее у тебя злость, говорит. И придумал технику такую, снимает с лица эту эмоцию в мусор, рисует смайлик и приклеивает на лицо. Замечательно. Дети у нас вот такие творцы. Да, очень интересно. Гениально. И после этого маму я ни разу не видела с заботой. И вот, да, а всегда она счастливая ходит, приходит за ребенком. Вот так меняют наши дети мир. Вот. И как мы работаем с мыслями, с установками. Вот чаще, наверное, проектную работу очень много, конечно, да. Ну, в школах и так далее, это тоже хорошо. И, конечно, я хотела бы представить вам тест. Тест – это самый такой единственная методика объективированная, да? Она создана вот авторами теории эмоционального интеллекта. И что можно узнать по этому тесту, да? Вот то, что вот я говорила, 60 человек детей прошли от 10 до 18 лет. Ну, 10-летние, 15-летние прошли в 3 школах. Вот по этим результатам можно увидеть сразу, какой риск есть, да? Дети к чему готовы? И направление в профессиональной ориентации можно даже увидеть, да? Например, ребенок выбрал одну профессию, где нужно много, например, работать с людьми, человек, ну, в знаковой системе, да, человек, а у него, например, вот с распознаванием плохо, например, да, он ниже у него элемент распознавания, идентификации эмоций других своих. Естественно, ему будет трудно, поэтому нужно ему развивать распознавание. Вот. И таким образом по 4 направлениям, как идентифицировать эмоции, как управлять эмоциями, как понимать причины своих эмоций и применять эмоции, да, по 4 аспектам. Этот тест, значит, и поэтому можно рекомендовать. И также здесь группа риска будет по агрессии, агрессивному поведению риск можно выявить, да? Ага. И этот, вот смотрите, такой профиль выходит на 23 страницах. Здесь вот видите, как видно, да, по шкале, вот звездочка, да, где что выше, где ниже. Какой аспект нужно развивать, над чем работать, и, конечно, с рекомендациями. Такая методика. Поэтому можете рекомендовать своим родителям. И такой же тест есть для взрослых. Это единственная наша компания в России сертифицированная. Это на базе вашего центра можно пройти, да? На базе нашего центра можно это пройти, подать заявку, пройти всем классам можно, да? И получить бесплатную консультацию, рекомендации для родителей и детей. Вот. Ну, по данным современным, да, вообще во многих странах это уже эмоциональный интеллект. Проверяют, по ним берут на работу. Даже вот в Австралии, оказывается, проверяют вначале эмоциональный интеллект и не допускают с низкими баллами к экзаменам в медицинский институт. Да, да, оказывается. И на работу вот сейчас вот и так конкурсы, которые проводятся, ну, на уровне республики, например, «Таланты Якутии», да, это, ну, вот раньше министр проводилась, и там вот таким этапом есть вот, ну, как в форме игры, но нужно выявить, вот выявляет эмоциональный интеллект. То есть, и опять же там, ну, тех, кто... собственно, там хороший результат, они проходят в следующий этап. То есть как это важно для управленца, для лидера, ну, соответственно, это сейчас на это очень большой такой акцент делается, ну, и вообще для человека в любой сфере. То есть и работодатель, собственно, над этим задумывается все больше. Какого работника взять на работу, который стрессоустойчив? Да. Да, и который может управлять своими эмоциями, может коммуницировать и работать в команде, да? Да. И вообще быть лидером, я думаю, для каждого человека это важно. Это важно. Да, потому что лидерство в семье, да, управлять семьей
экономикой семейной. Тоже нужно качество ощущение, да, вот это вот самоощущение тоже, ну, поступки, которые делать осознанно, опять же, да. Вот. Такой замечательный тест. Mm-hmm. Это могут пройти и дети, и для родителей, да, есть? Да, это дети от 10 до 18 uh-huh, лет. 10 и 18. Могут родители проходить тоже по заявкам. Mm-hmm. Чем больше детей, тем меньше будет скидки. Будет больше. Uh-huh. Вот. Ну, это в индивидуальном порядке. Это можно индивидуальном обратиться порядке. По заявке. То есть рассчитан только на детей с сохранным интеллектом? Еще раз повторите, пожалуйста, вопрос. Этот тест рассчитан на детей только с сохранным интеллектом? А, ну, вы можете проверить интеллект. На детей. Да, для детей. Это... Ну, дети, которые читают, с 10 лет читают и могут ответить. Можно, да, он тоже можно. Да. Если проверить. Интеллектуальная недостаточность, то все равно можно, да? Нет, с интеллектуальной недостаточностью дети не справятся просто. Ну, можно попробовать. Там, вот я поэтому да, спрашиваю. Потому что сохранный интеллект или нет? Ага, это с сохранным интеллектом, конечно, но там выявится, вот, потому что результат, он соотносится с результатом общего интеллекта, да? Но там есть вопросы, которые, например, по распознаванию, может быть, да? Можно посмотреть, что ребенок, может быть, распознает по картинкам эмоции, например, да? Он чувствует другого человека, да, то есть он классифицировать может быть не может там, да, тут вопросы другие, там это. Ну я почему спрашиваю? Это можно не было? А? Спасибо. Ага, ответила на ваш вопрос. Да, да, спасибо. Можно, да, посмотреть. Ну потому что мы не в Якутии, хотелось бы вот посмотреть просто. Ребенок не в Якутии. Нет, я сама педагог из коррекционной школы, поэтому мне просто интересно. Да, обращайтесь, мы поговорим на эту тему. Да, будет интересно, потому что я сама работаю в адаптивной школе, тоже с детьми с когнитивными нарушениями. Да, вот. Работаю. И на самом-то деле там... В общем-то, нельзя сказать, что дети с умственной, ну, с когнитивными нарушениями. И очень хорошо и стихи читают. И... Да. И... Вот я поэтому спрашиваю. Да. Возможно, есть возможность проверить, например, детей с интеллектуальной недостаточностью? Всегда можно попробовать, конечно. Ну, вот просто мы не в Якутске в самом, а так бы хотелось бы. Да, это происходит в онлайне, по электронной. Можно, почте, да? А ссылку. Если будете отправить, или вы сами будете? Это вы даете заявку да, нам, и вам на электронную почту я отправляю ссылку. Хорошо. Да. Тогда связаться можно. Да, как вас зовут? Оксана Георгиевна, Алданский район. Оксана Георгиевна. Очень приятно, мы с вами коллеги. Да. Тоже в школе-интернате работаю я в 28-м. Вот и мы работаем в школе-интернате, поэтому... Да, из, ваш, да, из вашей школы-интернат у нас учатся да, дети. Да. Поэтому я, мне близко это все, хотелось бы... Дети. Замечательные дети ваши вот у нас сейчас. Сейчас это прям такой яркий момент нетворкинга. Да. Ну, то есть, да, вот прямо потому приятно. Что мы собрались, чтобы обсуждать, чтобы общаться, чтобы, ну, вот находить вот эти вот точки соприкосновения. Мы очень хорошо говорим про родителей, про все, ну, когда родители из неблагополучных, дети, вернее, из неблагополучных семей, родителям, ну, как таковой дети... Надо сказать, не очень близки, а мы не можем повлиять. Ну, хотелось бы, чтобы для детей была более такая удачная судьба, чем судьба их родителей. Да, здорово, что вы об этом рассказали. Да, это... Смотрите, Оксана Георгиевна, вот мы в школе, в коллективе тоже учли, обучаю я. У нас прямо в программе эмоциональный интеллект. То есть мы применяем... Ну, вот, я и говорю, мне бы тоже хотелось, например, наши педагоги послушали что-то. Поэтому говорю, что вот
Какие-то программы. Центр не проводит для педагогов какие-то мастер-классы или повышение квалификации? Да, я провожу. Вот, то есть можно быть даже на уровне вот курсы повышения квалификации или мастер-классы какой-то вот выйти и пройти. Да, можно пройти. И как раз сейчас некоторые индивидуально проходят, некоторые в группе, да. Буквально позавчера у нас прямой эфир был, кандидат медицинских наук, преподаватель медицинского института, прошла летом буквально курс, и она сейчас у нас это вылилось во что? В проект со студентами «Эмоциональный интеллект. Путь к здоровью». Ну вот я говорю, что хотелось бы как бы чуть-чуть. Да, вы важную тему открыли, да, что учителям, нам, взрослым нужно вот применять это. Это для нас инструмент. Да, сейчас много нового. Хочется, чтобы все равно как-то двигаться вперед и что-то узнавать. Понятно, что это все интересно. Ну, когда ты познаешь это сам, это, конечно, хорошо. Когда тебе рассказывают люди грамотные, уже испытавшие, прошедшие что-то, как-то, наверное, мы же все понимаем, что прочитаешь — забудешь, посмотришь — не запомнишь, а когда сам еще и сделаешь, все будет хорошо. Точно, точно. Такая хорошая цитата. Да, Оксана, точно. Действительно, так спасибо, благодарю вас. Давайте, да, как, ну, будешь, может быть, мы выйдем на вас, или как-то, может, нам посодействует наш модератор. Да, да, вы после нашей встречи, вы выходите. Потому что я в прошлом году просила тоже вот билет в будущее. Я говорю, у нас нет ничего, вот, например, для детей с ОВЗ. У нас в Алданском районе нет, например, где бы наши дети могли бы обучаться или что-то. Понятно, что сейчас это забота родителей. Ну, а если родители не в состоянии, да? Такой важный момент. Я неблагополучная. Дети же не виноваты, а мы не можем ничего. Есть, вот, например, в Якутске, да, есть именно для детей-инвалидов. А если он не инвалид, а ребенок с ОВЗ, то есть это значит, жизнь для него дальше закрыта. Ну, это, да, согласна с вами. Действительно, хорошо, это так. Что есть такие педагоги, да, рядом. Да, очень, это прямо трогает за душу, да. Поэтому от того, что мы делаем и как мы делаем, зависит, да, здоровье наших воспитанников. Все равно, как бы, мы взрослые, мы можем что-то сделать для того, чтобы наши дети все равно чувствовали себя не столь ущербными, скажем, как бы это ни звучало. Они у нас становятся, они раскрываются у нас. Мы заменяем, да, родителей, создаем эту среду, и они раскрываются. Все правильно, я с вами согласна. Ну, хотелось бы после школы, чтобы они нашли свое место. Вот, да, здесь когда мы на выходе их выпускаем и вспоминаем, какими они были, соответственно, да, понимаем, что работаем не зря. Да. А мне вот в ходе вашего диалога вспомнилась замечательная вещь. Это педагогическая поэма Антона Семеновича Макаренко. А вот кто не читал, да, может быть, есть такие, кто не читали, ну, вот прочитайте эту вещь. Он же гениальнейший педагог, который работал как раз-таки, ну, с, как они, беспризорники. Да, и вот прямо педагогическая поэма — это художественная вещь, то есть она легко воспринимается. Это не какой-то такой научный, хотя это же великий педагог Макаренко, и у него ряд дидактических работ, а это именно художественная, поэтому можно и перед сном. Но она, конечно, там местами и слезу пустить, там много таких мест, да, но а вот это вот вообще сила, и как действительно педагог помогает ребятам, ну, это как, насколько важна личность педагога. Вот, вот, поэтому такая замечательнейшая вещь. Кто не читал, обязательно берите на заметку. И, кстати, я вот, смотрите, очень интересно, да, Виктор Иванович Слободчаков, это отечественный психолог, автор монографии «Антропологическая психология». Это подход, целостный подход к человеку. То есть психология должна изучать не психику, а целостность, целостно всего человека, да, и он воспитывался у воспитанника Макаренко, да. Да, у Кулибины, да, были еще, да, вот Кулибин. Коровин, может. Или ну вот, вот е, да, да, вот у были него, у него спасибо. Получается такая замечательная и судьбоносная вещь,
что несколько его учеников, многие из его учеников, которые были вот мальчишками-беспризорниками, которых он там вот, ну, и с улицы собирал, да, в то время было такое, что дети прямо там в бочках жили, которых вот он воспитал, они стали кандидатами педагогических наук, они развивали вот это вот, они стали последователями Антона Семеновича. То есть как вот этот вот случай, вот это вот повлиял в жизни, да. И вот какая цепочка последователей, и, ну, это гениально, это здорово. Случайно, да? Да, все не случайно. Так, ну, у нас время. У нас время, да, Александр? Или тут как по времени? Ага. Сколько человек нас слушает? Вот и заново. Mm-hmm. Так, ну что ж, коллеги, можем мы говорить бесконечно, и темы действительно актуальные, но у нас буквально остается 3 минуты. Если у вас еще есть какие-то моменты к обсуждению нашей сегодняшней встречи, давайте воспользуемся этим моментом. Вот, ну, здорово, что мы сегодня после встречи и получив вашу обратную связь, такие моменты важные, да, родители, вот родители, это как раз-таки два, должны у нас, как у педагога, такие алгоритмы, может, даже негласные, что вот как есть же такая схематично, вот, ребенок, можно ли воспользоваться помощью родителя? Или нельзя воспользоваться, то есть родитель не в состоянии оказать этой помощи. Если родитель в состоянии оказать этой помощи, у нас такой алгоритм, мы привлекаем родителя. Если родитель не в состоянии, то есть, да, это ребенок из неблагополучной семьи или оставшийся без попечения родителей, то мы, соответственно, как мы все это берем и какие вот механизмы запускаем уже непосредственно мы, вот как да, мы сейчас вот да, как Оксана Георгиевна вот сказала, и сейчас это действительно очень важно, да, и это очень хороший такой момент и инсайт, или, ну, вообще вот, может, это теорема, не требующая доказательства, да, но как важно нам, педагогам, это осознавать, и я думаю, сегодня после вот этой встречи у каждого, кто присутствовал, эта осознанность, она прям четкая. Ответственность, да? Да. Для тех, кого мы... Да, ответственность, то есть и посмотреть, родитель нам в помощь, родитель наш союзник или здесь мы. Угу. У нас вопрос появился в чате. Подскажите, что делать и как донести профилактическую работу до детей с интеллектуальной недостаточностью неблагополучных семей. Ага. Есть ли у вас в центре готовые программы? Так, этот вопрос, да, который как раз-таки мы это обсудили. У нас просто сейчас чат всплыл. Да, этот вопрос, вот есть программы, да, мы на связи, мы все, вот это действительно то, что вот сейчас формат дистанционных встреч, что с нами Алдан, что с нами может подключиться каждый из... Да, это, конечно, очень хорошо, что мы можем увидеть, подключить, например. Ну, как бы, вот я почему спрашиваю, что возможность есть, например, педагогов получить или что-то такое. Понятно, что с нашими родителями, так сказать, не со... многими, большинством даже, можно сказать, это не пройдет, я так думаю. А вот, ну, педагогов бы, да, это было для педагогов бы новое и интересное. Да, ну все, да. Выходим и выстраиваем дальнейший, вот в чем и суть нетворкинга, это как раз-таки налаживание связей, да, и, ну, вот какие-то свои пути профессиональные. Новых, да, профессионального роста. Да. Ну что ж, коллеги, на этом наша встреча завершается. Спасибо, что были с нами на нашей онлайн-встрече.
как педагогам и профориентологам помочь ребенку сделать осознанный выбор. Я напомню, что сегодня с нами была Лариса Дедимовна Слепцова, психолог, консультант, руководитель Международной школы развития эмоционального интеллекта и дети, город Якутск. И наше мероприятие проходит в рамках республиканского образовательного нетворкинг-проекта «Профориентация. Перезагрузка» при поддержке гранта главы республики Саха-Якутия. Ну что ж, присоединяйтесь, регистрируйтесь и будьте с нами на наших следующих встречах, которые пройдут 22 ноября и 24 ноября. Мы с вами на связи, наши контакты у вас есть. Центр опережающей профессиональной подготовки, дирекция карьерной навигации. Спасибо, что были с нами еще раз. До новых встреч. Спасибо, Лариса. Да. Замечательная встреча у нас сегодня прошла. Спасибо. Спасибо большое, девочки.